года играли за команду Чоколака, да? Ну, за Чоколака нет. А за Котову Спорнич. Там раньше была Энергия. Ну, это, в принципе, команда, да, которая имеет свои какие-то корни, сколько она. Был Александр Цепучий, да? Скажи, пожалуйста, вот как ты можешь сказать, в этом году, в 2013-м, твой футбольный уровень вырос или нет? Очень вырос. Я после 2008 года футбол уже начал заниматься так, на нормальном уровне. Поиграл уже в Лиге Киева. Там в первой лиге много играли. Ну, думаю, вырос. То есть опыт и всегда большой придет, да? Да. Хорошо, Леш, скажи, пожалуйста, вот и что для тебя имеет значение команды Чоколака? Не знаю, довольно-таки перспективная команда. Я считаю, что у них все в их ногах. Если они захотят, то они выиграют эту лигу. Ну, ты как бы команде сам пока что нет. Пока что нет. Сказал, а что тебя уже немножко останавливает? Учеба, работа. То есть просто не натуральный график, просто пока что еще не планировал. Я понял, то что все, Евгений, расскажи, пожалуйста, твоя позиция в команде Чоко какая? Я фанат. Тоже фанат, да? То есть вас больше здесь людей, которые на территории футбольного поля находятся? Получается. Я понял. Слушай, Ванька, расскажи про Чоко. Вот как ты решил создать, организовать, пару слов. Ну, Саша с Лягушкиным не получилось. Угу. Ну, как бы сказали Саше, что... Ну, Саша согласился нам отдать Чоколовку, потому что не получалось. В общем, не собирал он рот. Мы не захотели, чтобы эта команда развалилась. Ну, все, собрали, пиздили, зарядили. На следующий сезон будет видимо. Скажи, почему решили себе название Чоколовку? Это просто секрет. Чоколовку? Оставить, да? Не, вообще название Чоколовку все-таки. Почему? Открой себе секрет. Потому что район... Чоколовка у нас. Вот. И большинство людей оттуда оставили, потому что ну, большинство людей здесь есть форма, и не хочет покупать новую. Я понял. Цвет получается красно-белый, да? Это не изменяет память. Итак, пожалуйста, вот как ты можешь так характеризовать Чоколовку 2013, чем будет отличаться от Чоколовки 2013 года? Ну, я могу сказать, это был совершенно другой коллектив. То есть много ребят ушло, много ребят пришло. То есть, ну, думаю, в этом году будут совсем другие места, не те, что мы занимали в прошлом сезоне. Думаю, то есть, что в конце сезона мы не разбавимся, так как это точно было в 2012. Кто у вас новичками является? Кого приносит? Ну, там целый ряд. Ну, больше половины людей там делалось. То есть абсолютно много новых людей, да? Да. Вот из сидящих здесь ребят, которые будут участвовать в команде по позициям, можете представить? Позиция. Ты уже поделили, да? Да. Может, нападающий, вот, защитник, вратаря сегодня у нас нет. Ну, вот. Лёша, кстати, один тоже из организации клуба, он имеет большую роль у нас. Вот защитник сидит. Вот это заводчение имеет. В защите тоже играют. Секретарь Шарнашева, можно так сказать. Я так угодно был защитником в защите. Хорошо, для вопроса нападения. Пожалуйста, ты как вы вообще планируете по секрету за 10 первых туров, да? Или лучше скажем так, ты первый год, 15 тур. Сколько залог на твоем счету будет, как ты считаешь? Скажи, да, довольно много. То есть ты как бы планируешь максимально поворот? Да, я хочу внести. Ты список соперников уже наблюдал? Да, такое. Ну, знаю. Знаком с кем-нибудь? Есть у тебя принципиальный соперник, с которым хотелось больше всего забить голову? Нет. То есть абсолютно все одинаковые. Майка, у тебя есть принципиальный соперник или нет? Наверное, все же у нас это будет Нима. Как они Нима? Сказали, да, что? Партизан. Ну, нету Барселяна. Ну, партизана нет уже с координацией. Да. Ну, я думаю, все. То есть будет все связи. Я там, Денис, как ты закопаешь, когда будет матч с координацией, ты связан с ЦСКА, что игра твоя команда будет у друзей. Ой, тяжело просто. Или ты судить будешь эту игру, да? Чтобы все было с ЦСКА. За ЦСКА, да? Я понял, хорошо. Тогда вопрос еще следующий. Майка, вот ты будешь заниматься выставлением основного состава, выставлением защиты. Если человек, допустим, не захочет меняться, как ты будешь с этим бороться? Ты скажешь, не, я готов, еще хочу играть. Ты будешь... А ты видишь, он может замениться. Как это же вопрос дисциплины? У нас такого не будет. То есть будет у вас все как бы чисто, да, и организовано все. Виталий, скажи, пожалуйста, вот ты как думаешь, после первого перерыва ваша команда где будет? На каком месте? Думаю, в десятку попадем, а так дальше, а выше. Почему так мило, Саша? Трое? Я думаю, что мы выиграем. А сколько всего? Зачем вообще? Если не стремиться выиграть лигу, зачем вообще играть? Третье играть. То есть в такой команде у вас еще разные, да, мнение? Как у каждого свое. То есть как единого нет, чтобы бороться за призыв. Да, вот все просто говорили, третье место, почему ты именно третье? Я сказал, никто не хочет выиграть.
Хорошо, вы скажите, пожалуйста, еще, ну, такой же такая, может, смотря, скажи, пожалуйста, вашу позицию, вот, какого нападения, защита или вратарь, полузащита, что нужно усилить, как необходимо, что требуется усилить? Ну, вратарь у нас Дима Белорецкий, он то есть, лучший вратарь, лучший лид, по-моему, да. Думаю, что у нас нет слабых позиций. Хорошо, ну и каждому из вас вот такой вопрос, скажите, пожалуйста, если бы была возможность увидеть кого-то из звезд мировых в вашу команду, футболистов, вот кого бы вы пригласили? Ну, начиная с тебя, я так попробую понять. Команду чего? Какого ты официального приглашения делал? Официально? Угу. Это МТС. Спасибо, да, твой. Я бы на самом деле говорил. Хорошо. Без радости. Я же не знаю. Спасибо. И теперь, если бы была возможность у вас заиграть, парень, ты в каком клубе хотел мировом? Если была возможность завтрашнего дня? За Челси. За Челси, да? Да. Я понял. Ты немножко как можешь камеру отдать, смотреть, чтобы видели твое лицо, как они за команды. Ну, не знаю, Бавария. Бавария? Ну, понятно. Юрий. Вот, тут уж точно, да, если ты хорошо? Надо было. Милан? Манчестер. Спасибо. Не за кого. Ну, подъедь, Челси. Я вам надеюсь. Хорошо, Виталий, пожалуйста, можешь пожелать вот... своей команде, вот эти через пол, я буду слушать, и участникам, пожалуйста, пожелай что-то. Ну, для моей команды хочу пожелать чемпионства. Это самое новое пожелание, то есть на каждую свою команду. И ну, для участников АФЛ могу пожелать удачи, меньше травм, побольше забитых голов в наши ворота. Ну, чтобы все попадали в девятку, не попадали в сайт. Хорошо, спасибо. Отлично. Пусть все попадают в девятку, и голосы в вашу команду также. Дальше.